С китайского космодрома Дюйтюань запущен первый китайский спутник, который должен зондировать частицы темной материи. Из этого невидимого материала, как полагают ученые, на 95% состоит наша Вселенная. Темная материя не испускает электромагнитного излучения и не взаимодействует с ним. Ее существование подтверждается только гравитационными эффектами, которые она создает. Темная материя влияет на движение планет, звезд и галактик. Спутник назван в честь легендарного царя обезьян Укун. Данные, полученные с него, должны помочь в исследовании одной из главных загадок космоса. Укун – первый спутник в научной программе Китайской академии наук. В течение ближайших 2 лет в космос будут запущены еще 3 аппарата. Среди них – зонд для проведения экспериментов в сфере квантовой физики.